Волонтеры устроили праздник для детей из социально-реабилитационного центра «Парус надежды». Торжество назвали днем именинника. Для воспитанников центра, у которых недавно был день рождения, провели конкурсы, вручили призы и угощения. Праздник – часть всероссийской акции «Добровольцы детям». В ее рамках ежегодно «Парусу надежды» помогают более сотни волонтеров. Они играют с детьми, учат их готовить, снимать видео, рисовать мультфильмы, а также занимаются с воспитанниками центра спортом. Общаться с детьми, помогать им – это я получаю сама от этого большое удовольствие, так как я сама из многодетной семьи. Это дом, в котором согреваются сердца не только детские. Обычно волонтер чувствует эту атмосферу, атмосферу дома, видит наших детей, начинает с ними дружить, знакомиться. И тогда он понимает, в каком направлении он может быть волонтером. В зависимости от его возможностей, способностей, желания в чем-то участвовать, мы всем найдем применение.